Как же сложно будет выступать Тацуки Матери после того, что мы увидели в исполнении Йодзуру Ханью. Еще один японский спортсмен, который и постарше, но я бы не назвал его многоопытнее по сравнению с Ханью, потому что Йодзуру за последние пару сезонов набрал такое количество стартов, на которых он демонстрировал великолепное катание, что сейчас возраст в данной ситуации вряд ли имеет решающее значение. Впрочем, Матида по ходу нынешнего сезона демонстрировал, что он готов бороться не только за место в сборной, но, возможно, и за медали на серьезных турнирах. Как ни крути, именно Матида выиграл два этапа гран-при из двух, в которых принимал участие, и обновил личные рекорды, доведя свой результат в короткой программе до 91 балла и 18 сотых. Его короткая программа в финале. Психологически-то Матида не выдержал, развалился. При заходе на четверной раскрылся уже после двух оборотов. Плюс ко всему еще и приземление получилось не идеальным. В общем, мимо на первом прыжке. На акселе справился. Ну вот, видите, что еще один спортсмен в первую очередь не справился с нервами. В нынешнем сезоне Матида был одним из самых стабильных фигуристов. Сейчас же он показывает, что и ему не чуждо такое понятие, как нервы. И в итоге Матида получает крайне невысокие оценки. 26,5 баллов – это на настоящий момент меньше, чем у Кофтона. Я вот, честно говоря, опять-таки пытаюсь понять, в чем же дело у Кофтона. В конце концов, арбитры, точнее, техническая бригада разобралась и не позволила свершиться несправедливости. То бишь, засчитала ему второй четверной прыжок, как прыжок, исполненный в каскаде. Пусть каскада там и не было, но, во всяком случае, не без элемента остался спортсмен. Ну и у Матида сейчас очень похожая ситуация. Поэтому просто подождем, потому что сейчас в предварительной расстановке ему каскад не засчитывают, но только, опять-таки, нужно понимать, по какой причине. Ибо предпосылок для того, чтобы его не зачесть, попросту нет.
если я ничего не путаю сейчас на память, количество двойных тулупов не лимитировано в программе. Ну нет, нет, что-то тут совсем не так, хотя вот по-прежнему в итоговой оценке стоит отсутствие каскада, точнее по нулям. Не зачтен каскад Тацуки Матиди, и оценка, как вы видите, не меняется. Плюс ко всему еще и во временные рамки спортсмен не уложился, и за это ему будет снят 1 балл из итоговой оценки. Нет, смотрите, действительно не зашли ему один из каскадов, но я могу здесь только сейчас на скорую руку сделать предположение, что лишний двойной тулуп исполнил Тацуки Матида в программе, хотя вроде бы как это не должно засчитываться. Ну, как ни крути, он получает оценку еще ниже, чем у Кофтона, 65 с копейками, и проигрывает даже россиянину. 6-й, Патрик Чансон, Канада.